Всем здорово, пацаны, с вами Авен. Мы продолжаем играть на сервере Смотрим ТВ номер 3, все как всегда. Сегодня я хочу поехать на оффроуд, так как после обновления я вообще там ни разу еще не был. Вообще ни на чем. Даже ни приезда не был. Там видел там пацаны на ролик. Ну, в Ютубе на роликах катались. В Ютубе на роликах. Заебца. В роликах, вернее. И вот я хочу покататься. Да, я катаюсь на своем мотике еще. И как вы думаете, на чем я поеду вообще на оффроуд? У вас есть 5 секунд. Или на E39. Ладно, я надеюсь, вы угадали. По названию, конечно же. Мы поедем на копейке, так как танки грязи не боятся. Давайте ее немножечко завысим, чтобы мы сразу не утонули там. Хоть немножечко поездили. Так, давайте поставим от крузака, да, конечно. Давайте подвеску сделаем 0.2. Или сколько там можно? Минус 0.2. 0.3. Вот. Вот это мне вполне достаточно. А так что я и на ней пока не поеду. Достаем свой мотоцикл. Кстати, я еще не взял этот чиповку. Так что можно немножко подрегулировать сам ним. Ускорение ставить на 50. Инерция минус 1. Привод полный. Да и все. Так, посмотрим, что это выйдет. Да, он немножечко лучше стал ехать. Ладно, отправляемся на оффроуд трассу и там продолжим. Пацаны, мы подъезжаем к этому треку. Вот он уже. Видно его? Я проезжал, конечно, возле него, но не заезжал. Даже хз, откуда сюда где сюда заезд. Походу вот тут. Давайте заедем на мотоцикле. Убираем его. Так, достаем копеечку. И будем сейчас проезжать этот трек. А чё так? Давайте влево поедем сначала. Хотя давайте лучше направо. И первое препятствие. Сейчас посмотрим, как мы его пройдем. Ну такое. Даже можем это. Ага, конечно. Так. Как убрать это? Вот. Поехали. Надо было чип помедленнее ставить. Давайте сюда поедем. Это, как я понимаю, это. Вот так. Наверное, в реальности мне бы уже шины полопали. Это не точно. Так, прям с пентари зашел, серьезно. Только есть. Вот я там сразу утоплю, так что я поеду направо лучше. Люблю Сан-Андреас, посмотрите, какие тут горки острые. Вот, мы уже, можно сказать, на порог сели. Поехали дальше. Вот тут мы тоже на порог сели уже. Ладно. Так. Не, оффроуд прикольный, прикольный. Вот. Проезжаем. Ямка. Глушитель там еще висит. Не такое мощное смотрится, конечно. Колесо не прикреплено. Как-то тупо смотрится. Если бы я вообще поехала сюда на своей подвеске, это был бы полный капец. Так, все, мы бампером задели. Ну да, нереалистично немножечко. Ну конечно, кто на копейке будет на оффроуд ехать. Оп, оп. Тут жестко так проходим. Горка. Оп. Что, пацаны, гидроудар? Нет, мы проехали. Так, здесь мы поедем направо. Ну такое. Все.
утонули. Чё, пацаны, утопленник надо кому-не? Ну, это все. Точно утонули. Все, вылазим. Можно сказать, глубоко, копейка не проехала. Давайте ее здесь заспавним. Продолжим опять проходить. Мне вот интересно, если на скорости проехать? Что-то изменится, не? Ну да. Только не отсюда. Итак, паркуем свою. А что у нее весы появились? Кстати, если хотите, я могу это сделать по приколу, заколхозить мою копейку, поставить на нее губу, там фендеры всякие, поставить, возможно, винил. И это. Что там можно? И дрифт-чипы, поехать дрифтить. Но тут я уже опять понял, что я не проеду. Здесь мы проехали. Из-за скорости, так. Что, направо, налево? Давайте сюда поедем. Хотя мы уже здесь были, да? Так, вот, все, сели опять. Так. Надо было ставить задний привод по приколу, а не полный. Видите, у меня полный привод. На копейке. Все, это ГГ просто. Все. Но они так поставили, но они не поняли, что его можно вот так объехать. Хотя это неразумно, но пофиг. Просто перекатились. Давайте с разгоном. Опять второй раз застряли в тот же луже. В той же луже. Ну такое. Давайте уже. Зачем меня только закрывать в этот раз? Давайте опять проедем здесь. Тут мы приехали. Вот тут мы ехали налево, а теперь поедем направо. Так, а здесь поедем мы налево. Тут балка такая большая. Давай. Оп. Выехали, все, норм. Так, и здесь мы поедем. Нет, это слишком жестко. Хотя, нет, давайте лучше туда поедем, потом мы сюда вернемся. А то это слишком жестко. Так, опять балка. Нормальная копья везде проходит. О, и все, мы вернулись на начальную дорожку. Вот и весь оффроуд. Сейчас мы... Ой, что-то назад она вообще не хочет ехать. Такое. Что-то много... раз говорю на такое. Давайте доедем, например. Я понял. Это вообще без шансов. Такое. А здесь вообще глубоко, не? Глубоко, глубоко. Можно сказать, копейка прошла тест 50 на 50. Водяные барьеры она вообще почти не прошла, а вот эти всякие деревяшки она проезжает. Это благодаря подвеске и полному приводу. На заднем приводе она бы не поехала так. Ну да ладно, вот такая коротенькая серия вышла. Обязательно ставьте лайкосы, хейтеры, идите нахуй. Просто идите с этого канала и вообще не знаете, кто я такой. С вами был Левушка. Ставьте лайкосик, пишите комментарии. Всем удачи, пацаны, и всем пока.